Сегодня мы с Лялей собрали, значит, остатки там продуктов. Ну, как мы с ней решили, как мы не решили, мы всегда так делаем, кормим. Там у нас и творожок был, и курочка оставшаяся, там семечки были не соленые для голубей, а для мяска для собачек бездомных. И мы еще собрали пакетики, какие там дома, они пластмассовые не нужны. И мы все унесли это, накормили всех, значит. А пакетики собрали, рассортировали и понесли на мусорку. У нас поставили мусорки для раздельного собирания мусора. Но мы еще далеки от цивилизации. У нас только начало всего этого разделения мусора, сбора отдельно. Но мы стараемся, хотя бы начали пока. Так что с Лялей мы вот доброе дело сделали с утра. Вот в такую мусорку мы все распределили, все разложили.